Спортсмены вышли на татами, чтобы выявить сильнейшего, который представит Московскую область на чемпионате России по карате. Для каждого из них это возможность выйти на новый уровень. Сегодня у нас 17 муниципалитетов и 8 или 9 приезжих команд, которые представляют Воронеж, Липец, Тамбов, Москву, ближайшие районы. Обязательная разминка перед выходом на татами здесь очень важна. Не только подготовить мышцы, но и правильно настроиться психологически. Я просто говорю себе то, что я выиграю. А когда я бьюсь на татами, то я чувствую драйв. Чувствую то, что я лучше. Каратисты спортивной школы «Горький-10» уже обеспечили себе место в составе сборной Московской области по карате. Сразу несколько наших ребят выступят на чемпионате России этой осенью. Мария Шматкова, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».